Всем привет! С вами канал «Ответы морякам». Сегодня у нас рубрика «Ответы на вопросы». Мне будет ассистировать Антон, зачитывать ваши вопросы ВКонтакте, под нашим видео на YouTube, а также с различных других источников. Итак, поехали, Антон. Что там? Спрашивают наши подписчики. Накопилось у нас достаточно много вопросов, которые вы пишете к нам. Один из вопросов, вот как первый, хотелось бы выделить. Здравствуйте, дорогие наши администраторы и руководители. Всем известно о таком дипломе, как моторист. Хотелось бы узнать, стоит ли получать такой диплом, будучи курсантом мореходки? Ну и какие дальнейшие перспективы будут быть? И какие перспективы с дипломом матроса на прохождение практики после третьего курса? Ну и заранее благодарить вас, Юрий. А как вы так, Юрий, что, и матросом, и мотористом? Не понял. Вот у него интересный вопрос. Он, видимо, еще колеблется, поскольку у него третий курс, а там дальше просто учится в мореходном. Тут у него просто он учится в мореходке, да, видимо, он еще не профиль не выбрал. Ну, скажем так, вопрос, есть ли перспективы с уходом в рейс с таким дипломом? Я скажу так, без этого диплома перспектив точно нет. Хотя некоторые компании имеют договора с учебными заведениями в Украине, например, с такими, как Одесская национальная морская академия, а также Херсонская мореходка, и отправляют своих студентов, лучших студентов, выбирают на практику. Но даже таким студентам обычно все равно требуется пакет документов. Ну, как минимум, это рабочие документы. Если это судоводитель, значит, у него требуются документы матроса второго класса хотя бы. Все сертификаты STCW согласно этой должности, их три. И медкомиссия, и желтая лихорадка. Паспорт моряка, соответственно, и загранпаспорт. То есть вот минимальный пакет документов, которые нужны для ухода на практику. Но, опять же, повторюсь, на моей практике, да, были компании, которые, в принципе, брали кадетов, будучи просто с паспортом моряка и сертификатом БЖС. Но, я считаю, если вы уже поступили и учитесь, да, и собираетесь в море, и хотите трудоустроиться, что лучше уже сделать полный пакет документов, чтобы подходить под требования любой компании. Да? Быть более универсальным. Да, быть более универсальным, потому что заявок не так много, и кадетам очень сложно стартануть в наше время, потому что количество вакансий в старт намного снизилось, да, за последние там, лет 10. Поэтому нужно соответствовать требованиям, самые высокие требования самых крутых компаний, скажем так, чтобы английский был на уровне, все документы были на руках, необходимые для трудоустройства в любую компанию. Но адекватность и знание как бы, своих обязанностей, будучи кадетом там, матросом. Ну, тут скорее вот он, наверное, спрашивает о том, что какой лучше ему диплом ну, выбрать. Ну, скажем так, если вы учитесь на судоводителя, какой смысл идти моториста, делать моториста, зачем? Либо если вы учитесь на механика, то зачем делать матросом и идти матросом карьеру свою начинать? То есть лучше идти по своей специальности. Если вы судоводитель, значит нужно идти матросом, делать документы матроса, работать на палубе, если будучи кадетом принимать участие в несении там навигационной вахты на мостике, да, потому что это ваша дальнейшая работа. Если, конечно, были такие вопросы, если вы не собираетесь там дальше учиться, не учитесь и просто там хотите в моря походить матросом там или кем-то, конечно, тогда лучше смежные специальность. Лучше иметь диплом матрос-моторист, либо повар-матрос. Такие часто вакансии встречаются. Либо матрос-сварщик, либо моторист-сварщик. То есть компании часто требуют таких специалистов с двойным профилем, который ну, и выгодно и моряку, потому что он больше зарплату получает как за две должности. И выгодно компании, потому что им меньше платить, не нужно двоих содержать. То есть компания оплачивает один оклад, может да, себе получить. Берут одного человека, а платят как полтора. Да? Тут скорее спрашивается вопрос, в каком ключе? Наш товарищ еще не знает выбрать специфику верхней палубы, да, либо спускаться в моторной. Кто более перспективен? Тогда надо на кого идти учиться. Вот. На кого идти учиться? Как, вот как определить, что перспективнее? Он спрашивает не в том, что к чему душа лежит. Я так понимаю, что ему у него одинаково лежит, как и к матросу. Самая перспективная должность – это капитан остальных. То есть к ним в любом случае, что туда, что туда. А там уже действительно к чему душа лежит. Если вы больше чувствуете, что вы механик по натуре, там, готовы ковыряться в машине, там, то есть старыми здесь механизмами, тут я не могу подсказать, к чему. Примерно одинаково. Перспективные самые востребованные должности – это топ-4 плюс электромеханики и сварщики. Вот это. Капитан старпом, стармех второй механик, электромеханик и сварщики. Вот самые востребованные
6 позиций. То есть резюме о том, что моторист или матрос, да, то это, на ваше это одинаковые дифферентные, да, вещи, которые выбираешь только по собственному, куда лежит. Отлично. Ответили. Или куда стоит. Ну, да. Можно и так ответить. Значит, есть у нас еще один вопрос, достаточно интересный. Задавался он в разных интерпретациях, но примерно одно и то же. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли уйти в рейс от компании, у которой нет лицензии? По-моему, очень такой... Ну, на самом деле, по факту, можно уйти в рейс даже от бабы Любы соседки, которая с мамой на кухне коньяк пьет по вечерам. Такое тоже. Ну, если у нее есть выходы. Да, главное связи в данной сфере. Уйти можно, да. Есть компании, которые имеют договор, ну, даже не на договорной основе, на устной, да, у них есть заявки какими-то путями, там, да, окольными, либо прямыми, там, напрямую с судовладельцами. И от них можно уйти, просто риск больше. То есть, риск если... чего? Риск не уйти, отдать деньги или... И если у компании нет лицензии, в принципе, в этой стране, то она не подчиняется никаким лицензионным условиям. То есть, и к ней никто ничего не предъявит. В и, соответственно, с ней это не может лицензионных условий, да. По мошенничеству там, да, от правоохранительных органов, конечно, им наоборот могут предъявить, что они осуществляют деятельность по найму экипажа за границу, не имея на то разрешения, то есть лицензии. Поэтому, если что-то случится, вас скинут, вам просто сложнее будут вернуть эти деньги. Потому что, ну и в дальнейшем они не будут отвечать согласно лицензионным условиям за свои обязательства, да, перед вами. Mm. То есть, в принципе, уйти можно. И не факт, что в никуда. То есть, они могут, возможно, отправят вас в нормальную компанию там, по каким-то связям через десятые руки, и вы уйдете, будете работать. Но, опять же говорю, что при этом крюинг никаким образом не отвечает по законодательству, да, именно вот законодательству относительно лицензионных условий. То есть либо доказывает, что это лицо осуществило незаконную деятельность, отправляя, ну, организовывая процедуру ухода в рейс. Ну, опять же, это либо... если что-то случилось. Если как бы все нормально, вам платят зарплату, никаких там инцидентов не случилось в рейсе, то вопросов может и не возникнуть. Главное, чтобы они отправили в нормальную компанию. Потому что если что-то случится там, например, не выплатили зарплату, или там травматизм какой-то в рейсе, нужно взыскивать компенсацию, то в этот крюинг вы ничего не предъявите, по сути. То есть, и они просто уйдут в тень и ничем не будут отвечать. Ну, а по большому счету, никаких подтверждающих документов, что было какое-то взаимодействие с этим агентом, да? Так точно. Если у них нет лицензии, соответственно, при подписании контракта договора, контракт они, может, подпишут напрямую с судовладельцем, но договора именно, например, украинского и российского, ну, в этом правовом поле, то есть на... например, в Украине на посреднические услуги в прасовлаштуванне, то есть никто вам, соответственно, не подпишет, потому что они не имеют права, раз не имеют ни лицензии. Ну и, соответственно, ни подписи, ни печати, да. Вообще никакого документа быть не так. Может. То есть тут, грубо говоря, ударили по рукам. Вам просто дадут документы, присланные от судовладельца, контракт, там, гарантийное письмо, крюлист и все, даже паспорт, скорее всего. Ну вот в этом случае компания может действовать несколькими путями, когда ей платить. Вот как вот выявить среди, скажем, вот этой бабы Маши, которая сидит на кухне, когда вот она говорит, давай ты мне дай денег, я тебя отправлю в рейс. Ну, как бы, да, если это на прикладном таком уровне. Опять же, когда платить, вот такой сложный вопрос, потому что все там говорят, что я буду платить только когда вы мне предоставите карту полета, там, билеты, да, да. Контракт. Контракт, соответственно, с мокрой печатью они вам свой не предоставят, так как они не являются официальными представителями, да, этой компании, не имеют с ней договора, раз у них нет лицензии. Они вам просто, скорее всего, дадут документы от судовладельца, присланные на электронную почту. То есть это будут распечатанные копии. А копии в фотошопе можно любые сделать. То есть вот мы сейчас с вами садимся, делаем любые копии и даем моряку. И как он проверит, подлинно это или не подлинно. То есть технически? Технически были такие случаи. К нам обращались моряки, приходили и говорили, вот... Мне прислала компания British Petroleum контракт, все, я от них ухожу в рейс, помогите там, перечислить им деньги, там, подскажите, какие платежные системы, я хочу им деньги отправить, чтобы они мне открыли визу, $600 нужно было отправить. Я человека сразу так говорю, подождите, давайте разберемся. А он был знакомый, давно мы с ним общались. Электромеханик, который сделал рабочие документы лет в 50, да, до этого был военным. Я говорю, а куда вас отправляют? То есть у него стажа гражданского? Нет, гражданского ноль, только военный. В British Petroleum меня подтвердили. Я говорю, ну вы понимаете, что в British Petroleum, при всем моем уважении к вам,
вас никто бы никогда не подтвердил с этим набором опыта, да, с этим послужным списком, да, вы нигде не были в море, вы, в принципе, собеседование даже, говорите, не проходили, вам просто прислали контракт. Это явно вам сделали в фотошопе, там, прислали, чтобы вас развести на деньги, вроде как перешлите на открытие лицензии. Я как в предыдущем видео уже про это рассказывал, про разные способы мошенничества, как такого рода люди моряков кидают на деньги. Ну, тут сразу нужно просто логически думать, рассуждать. Если вот такие предложения, под которые вы, в принципе, не проходите ни по одному параметру, то, конечно, не стоит никуда деньги переводить. Хотя бы, как минимум, посоветуйтесь с человеком, который в этом вопросе квалифицирован. То есть, ну, хорошо, если все очень сладко они рассказали, где-то даже, может, позвонил менеджер, который красиво все рассказал, который ответил абсолютно практически на все вопросы, но при этом попросил деньги вперед. Есть ли какой-то ресурс, ну, не будем называть название ресурсов, просто существуют ли такие ресурсы, где можно, например, вот, задать вопрос о том, что, вот, например, эта компания безопасная, небезопасная, действительно набирает, или же кому-то обратиться, какой-то компетентный ресурс, где можно я так узнать, скажу, или только по друзьям. Если мы говорим о крюинге, то да. У каждого крюинга обычно не один судовладелец, если это не представительство компании. То есть у крюинга может там 10 разных судовладельцев. И из этих 10 одна там вшивая овца попадется, да, который, там, судовладелец, который зарплату не платит, там, либо у которого проблемы какие-то серьезные. Mm-hmm. То есть крюинг в плане поиска работы для моряков, вакансий, то есть судовладельцев, в таком же риске находится, как и моряк. И методом пробы ошибок. То есть любой крюинг пытается любых судовладельцев найти, чтобы была работа, были вакансии, чтобы предложить морякам. Поэтому они также иногда ошибаются, начиная там сотрудничество с компаниями, которые иногда компании нормальные, работают год, два, три, пять, а потом хлоп, там кризис какой-то, либо в компании проблемы, и там они банкротятся, суда продают на иголку, не выплачивают зарплату экипажам. От этого никто не застрахован. Не, ну вообще в наше время сейчас вообще говорить о том, что выбирать, если тебе сегодня предлагают хоть какую-то работу, да, отказываться от нее, это сомневаться. Ну, собственно, мошенники именно на это и бьют. Вот. Именно на это и более людей как? И играют, потому что понимают, что там вот, кому стартануть нужно, старт должности получить, там, кадеты, матросы. Либо старт в должности там с матросов штурмана перескочить, либо с должности в должность, либо просто кто потерял работу и год, два, три уже не может никуда уйти, пытается. На этом, собственно, играют, что человек уже готов на любую работу, а тут же как бы моряку еще... Помимо того, что эта проблема не может уйти, еще там, если жена, там, мама, теща капает, надо работать. Крошить. Да, поэтому человек уже кидается в омут с головой и идет куда угодно. Соответственно, он реагирует на подобные предложения, ну, как бы сквозь пальцы, да, то есть вероятность того, что может попасться... Он где-то и понимает, может быть, что это опасно, но человек же такое существо, что всегда надеется, что «а мне повезет». А со мной не случится. А вот хорошо, а вот вопрос в чем? Вот не, это лично мой вопрос. Как, понятно, если у тебя есть друг, знакомый в крюинге, ты там звонишь ему, спрашиваешь, вот скажи мне, такое вот предложили, насколько это, ну скажем так, вообще реально, да? Вот если в разрезе этой истории, то, наверное, человек ведущий, он скажет о том, что ну тут разводят тебя сразу, да? Есть ли какие-то ресурсы, есть ли какие-то вот... Или вы, только знаете, наш, или только да, вот конечно, ваш? Есть. Одесса Борда сайт, очень древний такой... Не будем называть название, будем вот не, просто... Почему? Они какие-то могут пользоваться, конечно. Заходят на Одесса Борда, ищут ветки, конкретную компанию, и там про эту компанию моряки все выкладывают. Там вопросы, ответы, кто работал, какие проблемы, какие... Прежде всего, имеются. Что надо смотреть вот в подобном предложении? Вот если предлагают что-то, вот какую-то... Сладкую. Возьмем такую, что прям сладкая вот вакансия. С чего начать? Скажем так, анализировать предложение. Безопасно определить, ну, вот, что он хотя бы хоть какие-то первые моменты, которые может сам моряк сделать. То есть, что он в первую очередь должен посмотреть? Ну, в первую очередь зайти на сайт этой компании. То есть ему позвонила компания, представилась. Да? Я менеджер какой-то компании, предлагаю вам то-то, то-то. Заходит на сайт компании, смотрит информацию на сайте, вообще с кем они работают. Многие компании выкладывают на сайте, с кем они работают. Убедиться, что это... Взять, перезвонить еще раз, какой-то вопрос дополнительный. Именно на телефоны на сайте выставлены. Потому что может быть вообще левый человек
представляться. И таких случаев очень много, и профсоюзные газеты писали об этом, что вот в том числе про случай, который я рассказал, да, что это нигерийские мошенники оказались, которые представлялись. У него даже в письме были фамилия и подпись человека, про которого в газете уже писали. То есть, а он был готов уже пойти $600 переслать. И таких, может быть, не одна сотня. Таких очень много, брошенных и кинутых моряков. И вот какие действия моряк может предпринять? Это первое. На сайте проанализировать всю информацию, сопоставить, что ему предлагают. Прозвонить с какими-то дополнительными вопросами, действительно, на телефон этой компании. Сказать, мне вот такой менеджер предлагает работу. Я могу с ним поговорить, там еще дополнительные вопросы обсудить. И если связывают, да, действительно, то есть это уже, грубо говоря, менеджер этой компании. Дальше нужно смотреть, а действительно ли эта компания нормальная, серьезная. Дальше человек смотрит, с кем они работают на сайте, с какими судовладельцами. И проверяет отзывы и по этому крюингу, и по конкретному судовладельцу. Потому что, как я уже сказал, крюинг может быть нормальный, никогда проблем не было, а вот какой-то судовладелец конкретный, с которым он работает, уже имеет в черном списке, да, или там, да. Поэтому дальше он заходит на такие сайты, как, к примеру, Одесса Борда, ищет ветки названия этих компаний, и даже если нету, начинает эту ветку, мне предложили с такой-то компании, кто-то слышал, кто-то знает, ему отвечают просто на тот или иной вопрос. То есть не стесняться, самая задача максимум выяснить от компании, которая тебе заявила, то есть узнать, существует ли вообще эта компания, да, попытаться узнать, работает ли менеджер, который представился в телефонном разговоре, ну и, соответственно, собрать на максимум информацию. Более подробно по этому вопросу есть отдельное видео у нас на канале, которое называется «Как отличить хорошего от сомнительных». Да. Отлично. Ну, тогда, я считаю, наверное, этот вопрос можно закрыть. Да, давайте к другому. Вот. Скорее всего, пишет жена Марика, потому что стала сидеть дома и пишет нам: «Доброе утро, проснулась. Не могли бы вы подсказать мне, как стать крюинговым менеджером?» Вот. Хороший вопрос. Как стать крюинговым менеджером? Ну, в первую очередь, наверное, для начала устроиться в крюинг и поработать вообще, столкнуться с этой сферой. Потому что начинать что-то вообще, не имея представления об этом, ну, я считаю, это немного легкомысленно и смело. Поэтому для начала, соответственно, поработать. А если вот вопрос конкретно, как открыть крюинг, то... Нет, тут вопрос именно, как стать крюинговым агентом. Агентом? А, именно как крюинг работать, да? Крюинговым агентом. Ну, соответственно, нужно лицензию получить, открыть ООО или ИП, на это предприятие получить лицензию, до этого заключить договор с каким-то судовладельцем, под который будет лицензия открываться, соблюсти все условия, соответственно, лицензирование, ну и в дальнейшем уже вести деятельность, заключать договора с судовладельцем. Ну, вот здесь дальше, наверное, ее либо сосед, либо ее супруг Юрий пишет: «Доброе утро», видимо, пишет в одно время. Кажется, у вас когда-то было видео о том, как открыть свой крюинг. Не могу найти, если возможно, дайте информацию по этому вопросу. Ну и, соответственно, благодарим. Ну, видео у нас не было по этому вопросу. Открыть крюинг, по сути, несложно. Сложно найти судовладельцев и дальше работать. Вот, сегодня получили лицензию, вот я получил лицензию, сел. И что мы не рабы? Снял офис, да, сел, поставил себе стол, поставил стул, повесил табличку, причем какая качественная, хорошая, даже, может быть, какая-то блестяшка. Сайт сделал, дал объявление. Даже поставил какие-то, да, там, рекламные плоскости, которые бы призывали. Но, тем не менее, вот ко мне пришли моряки, и, естественно, мне нужно им что-то предложить, что-то им сказать. С чего начинается первый день крюинга, как вы считаете? Или же... Все начинается с заявок, потому что для крюинга товаром является вакансия. Ну, как и моряки, собственно. Для крюинга деньги – это вакансии для моряков и моряки для работодателей. То есть крюинг является связующим звеном. Как любое рекрутинговое агентство. Ну да, как в любом рекрутинговом агентстве, только там зависит от того, кто кому платит. То есть, по сути, по законодательству и по MLC крюинг не имеет права брать деньги за трудоустройство. Платить должен судовладелец, работодатель. Но из практики процентов 40, наверное, 50 работодателей не хотят платить. То есть, а с чем связано? Ну, выгодно им так. Они понимают, что, в принципе, крюинги и так будут готовы людей давать. И все понимают, что коррупция существует то есть, везде. Да. То рынок есть, моряков труда? И так берут деньги, да. Поэтому моряки готовы работать и готовы платить за эту работу. Поэтому многие судовладельцы избегают оплаты комиссионных. И это усложняет, собственно, работу крюинга. Потому что в идеале, конечно, как это и должно быть по законодательству, крюинг должен выполнять свою работу, поставлять квалифицированные кадры по требованию судовладельца, да, согласно им требованиям. А судовладелец ему должен оплачивать за каждого человека
комиссионный. То есть получается, что скрюинг, как рекрутинговое агентство, отвечает за качество предоставленной штатной единицы. Ну, то есть вот поступил заказ на, скажем, электромеханика. Был предоставлен электромеханик, который имеет диплом электромеханика, но при этом у него понимания своей профессии практически нет. То есть, за такую штатную единицу Крюинг несет какую-то материальную или же... Материальная ответственность, все зависит от договора. Если у него есть договор с судовладельцем, к примеру, где есть прописана какая-то графа, что если выявляется, что на борту выявляется, что кандидат некомпетентен, то там просто прописывается, за чей счет его репатриация происходит, производится. Mm-hmm. То есть компания, которая... Да, если обоснована, но обычно нет. Обычно компания сама это все оплачивает, либо вешает вообще на моряка, то есть вычитает с его зарплаты. Mm-hmm. И в дальнейшем уже идут разбирательства, там, кто кому что должен, кто оплачивает. Моряк претензии к Крюингову, почему с меня деньги сняли за это. То есть меня списали необоснованно. То есть, ну, всякое бывает, поэтому... Ну, то есть, Крюинг это все должно быть прописано в контракте между Крюингом и судовладельцем. Но при этом компания, я имею в виду, сейчас мы говорим в разрезе Крюинга, Крюинг все-таки печется о своей, как бы, да... Ну, это репутация. Если вы одного, которая... второго такого кандидата отправили, с вами просто никто не будет работать, потому что вы доставляете проблемы своему партнеру, судовладельцу, который несет убытки, вместо того, чтобы просто работать. Угу. Поэтому, значит, стоит еще внимательно относиться к Крюингам, которые очень халатно относятся к проверке ваших знаний, к примеру. Да? То есть это говорит о том, что Крюинг не печется, наверное, все-таки о своем каком-то репутации на рынке. В серьезных компаниях, в представительствах компаний серьезных, либо просто Крюингах, которые работают с серьезными там, мировыми судовладельцами, mm-hmm. достаточно жесткие системы отбора, там не один тест, там, компьютерные тестирования, устные собеседования, Марлинс-тест, СЭС-тест. Собеседование по скайпу с представителем компании той стороны за границей, да, угу. с какими-то инспекторами, ихними, суперинтендантами. Поэтому тренинги всевозможные после каждого контракта с целью повышения квалификации и так далее. То есть можно подвести такой момент о том, что открыть Крюинг достаточно просто. Не так сложно. Зарегистрировать, скорее. Да, зарегистрировать все это не так сложно, там... контракт какой-то сделать с судовладельцем. Сложно найти судовладельца, который будет с вами работать и давать регулярные кто заявки. Кто даст работу. Да, кто даст работу. Потому что, чтобы содержать Крюинг, нужно снимать офис, нужны люди, менеджеры, которые напрямую общаются с моряками. Там, да. Для этого нужны деньги. То есть, если у вас есть ресурсы, там, какое-то время со своих денег это все инвестировать, то тогда у вас есть время и возможность искать судовладельца. Но в идеале начинать изначально. То есть изначально как в основном открывались крюинги? Моряки, работающие в той или иной компании, набирались опыта, да, морского, и когда-то им в голову приходит идея, там, хочу крюинг. Пообщались с менеджером этим компаниям или с руководством, да, и решили открыть крюинг. Подписали договор. Есть такие, я знаю, лично из практики, кто именно так открывал крюинг. Со своим же судовладельцем подписывал договор, у которого он работал, будучи моряком, и работал как крюинг, а дальше уже развивались, искали новых судовладельцев. Просто в нынешнее время намного сложнее, чем это было лет 10 назад, да? Потому что, во-первых, игроков много на этом рынке, во-вторых, после кризиса флот сократился, количество вакансий, много вакансий рядового состава, да, даже и офицерского, ушли там, на Филиппины, в Индию, там, в Индонезию. А с чем связано? Ну, это отдельная больная, наболевшая тема. Да? Это связано с тем, что наши выходцы, как говорится, ex-Soviet Union за последние, там, начиная с 2007 года, там, очень сильно подпортили свою репутацию алкоголем, халатным отношением к работе, там, это, понебратством, там, где-нибудь по дороге напиваются, не долетают, либо при списании там отели разносят, либо капитану лицо бьют. Ну, причин очень много. Ну, если так подчеркнуть, подвести, то есть им более удобнее и, наверное, и в денежном каком-то выражении брать, например, филиппинцев, да? Вопрос даже не в денежном выражении, вопрос в количестве, массовости и в том, что филиппинцы, да, исполнительности. Пускай они не такие квалифицированные, может, работники, хотя все индивидуально. Есть и ребята, которые очень грамотные филиппинцы. Просто их больше. То есть только, наверное, они на данный момент могут удовлетворить спросы рынка, да, по своему количеству моряков.
Ну и во-вторых, исполнительность, да, им сказали, они идут делать. Пусть не так ответственно и не так выкладываются, но они делают, они головой махнули ЕСР и пошли работать. Mm-hmm. Наши ребята многие 10 раз спросят, а что я, а зачем, начнут спорить, доказывать, что это не так, либо там с перепоя не могут выйти. Свои варианты предлагать решения. Ну да, да, поэтому это отдельная тема для разговора, я не говорю, что какая-то нация хорошая, плохая. Просто, нет, тут исключительно объективно так сложилось. Лично я там сколько раз ездил в Грецию по судовладельцам. Там, по поводу рядовых вообще даже никто общаться не хотел. То есть разговоры были такие. Предлагаешь им там кадетов, предлагаешь рядовой состав. О, ну. То есть мы работали. То есть те, кто уже работали, столкнулись, ушли. Mm-hmm. Либо не работали, говорят, о, не, я слышал, у меня там close friend, там owner такой-то, там они тоже обожглись, не, я не хочу. И третий вариант, либо они работают с русскоязычными экипажами, но, соответственно, уже имеют договора, и иногда эксклюзивные с какими-то крылингами, и они больше не хотят ни с кем дополнительное соглашение заключать. То есть технически эксклюзивный договор на территории, например, там, Украины, России компания получила, и только у нее. Да, какой-то период Правильно. Заключается, к примеру, 5 лет, что это единственный агент у этой компании. То есть вот, больше ни с кем она не имеет права заключать договор. То есть таким образом Крюинг себя страхует от того, чтобы представлять интересы этой компании, чтобы больше никакой игрок туда не влез. Угу. Ну, это, наверное, достичь такого договора, это решение. Это идеально. Либо достичь того, чтобы открыть представительство какой-то социологической компании в Украине или России. Ну, это совершенно другая форма, да? Это не Крюинг, это представительство компании, скажем так, отдел кадров этой компании, директор которой работает исключительно в интересах этой компании, наемной работе. То есть технически он создан только для обеспечения кадрами для одной организации. Одной компании, да. И полностью соответствует политике этой компании. Ну и представляет ее интересы. Ну, да. Ну, я думаю, по крюингам развернуто. Ну, а как дополнительный совет, в следующем видео мы летали в Голландию, в Германию недавно с целью поиска судовладельцев, там наснимали видео, как конкретные какие-то советы, да. То есть прям вот с поля? Да, с поля боя снимали, как это все происходило. Ну, мы там больше снимали советы для моряков, как найти работу напрямую, да. Вот, кстати, хороший вопрос. Моряк, что... Скажем так, сколько сил нужно приложить моряку, чтобы, например, миновать этот этап крюинга, да, то есть как промежуточное звено? Силы, в принципе, одни и те же. Если у вас есть английский, знание интернета, вы свободно этим владеете, там можете пройти любой тест, там сами визу открыть, то, по сути, вы, может быть, где-то даже легче в крюинг нужно ехать, по ним нужно бегать, чтобы найти работу. А так вы сидя дома за чашкой чая, кофе, ищите себе работу. Регистрируйтесь на всевозможных сайтах по трудоустройству, да, делайте рассылку по крюингам, заходите на сайты судовладельческих компаний заграничных, прямо на сайте заполняете онлайн-анкеты и сразу попадаете в их базу данных. Это могут быть тысячи. Сами звоните. Тысячи, да, но так это и есть работа. Но то же самое, чтобы в крюинг заапплаиться, да, чтобы зарегистрироваться, также нужно заполнять анкету, либо свою рассылать, либо идти непосредственно в офис. Иногда это не сложнее, скажем так, это не сложнее, чем работать через крюинг. Если знать, как. А риски? Риски? Да, вот есть разница, риск, например, обратившись в компанию в крюинговую, уйти в рейс и напрямую... Скажем так, крюинг – это всего лишь посредник. Он ни за что не отвечает по факту перед моряком. Mm-hmm. Он отвечает только за надлежащую там, подготовку документов. То есть он больше отвечает перед работодателем. Да, ну естественно. Достоверная информация по конкретно взятой вакансии за то, чтобы вовремя улетели, имели весь пакет документов для посадки на судно. Ну и на какое-то взаимодействие. Все равно крюинг – это посредник. То есть в украинском лицензировании так и сказано. Посредническая деятельность. Посредническая. Это не работодатель. То есть вы не можете предъявить такую же претензию, как работодателю. То есть если случается какой-то вопрос, невыплаты зарплаты, травматизм, там, смертельный случай, еще что-то, то крюинга вы не предъявите. Крюинг просто будет посредником помогать как-то передавать эту информацию. То есть так, как вы и сами общались с компанией. То есть с крюинга вы ничего не взыщите. Ни деньги, зарплату, ни по травматизму какие-то компенсации. Поэтому крюинг – это всего лишь помощник вам. Но если вы это умеете делать сами, вы можете это сделать самостоятельно, найти работу. Все документы вам пришлют на почту, и вы также полетите на судно. То есть, что у крюинга, я при подписании контракта увижу копии.
что мне компания напрямую пришла. У Крюинга, возможно, вы увидите не копии, а вы увидите оригиналы. То есть будут контракты с печатью Крюинга, где он будет отображен как as agent only, как агент, да, этой компании. Возможно, вы увидите договора Крюинга как компании. То есть, может, это представительство компании. Вот, если это представительство, это то же самое, что это бы вы у судовладельца в офисе подписали. Ну, как в их кадровом агентстве. Да, в их кадровом агентстве, потому что они представляют конкретно эту компанию в этой стране. Вот, то есть при подписании контракта внимательно смотреть нужно, на чья печать стоит, да, чьи реквизиты. Просто в Крюинге, да, выдадут все, пропишут вам паспорт моряка с печатью Крюинга, да, для вылета. Судовые роли, гарантийные письма со своими печатями. То есть контракт, возможно, с печатью Крюинга, где он будет как агент фигурировать. Но это всего лишь формальности. То есть ее можно, да, скажем, и не использовать, да, напрямую. Напрямую. Какова вероятность того, что, например, можно попасть на фейковую какую-то организацию? Да, также прозваниваем, узнаем. Ну, это мы этот вопрос обсуждали, да. Если это мошенники, то нужно пытаться выявить, проанализировать, что вам предлагают, куда предлагают. Если вам предложили конкретный контракт, опять же, вот в том видео, про которое я говорил, это все есть. То есть заходите, смотрите, что вам предложили, название, имя, номер судна. Заходите там в эквазе, смотрите данные по судной компании, звоните в эту компанию. Вот я такой-то. Вообще просто спросите, а вы берете там украинцев или россиян? Например, говорит, мы вообще не работаем с такими. То есть, ну, это уже наводит на подозрение, что вам что-то не то предложили. Ну, а если либо проверить судно. То есть вам предлагают, говорит, вот посадка там в Америке. Да. Когда? Тогда. Вы заходите, смотрите в Marine Traffic, либо Vessel Tracker. Заходите, проверяете местоположение судна в данное время, да, по ИСУ, по имя номеру судна. И смотрите, где находится судно. Например, вам говорят, судно в Америке находится, посадка там через три дня, да, а оно по факту находится где-нибудь там в Китае. То есть и за 3-4 дня оно туда не дойдет. И возможно, конечно, у Крюинга нет достоверной информации, не всегда судовладельцы качественную информацию предоставляют Крюингам, да, оперативную. То есть просто кинули вакансию, там такой-то человек нужен. Ну и тебя начали искать. Естественно, нормальный менеджер там, или руководитель Крюинга будет вытаскивать эту информацию из своего судовладельца. Потому что каждый моряк хочет знать. То есть, и чтобы предлагать какую-то вакансию моряку, нужно обладать как можно больше информации. Потому что если вам будут задавать какие-то вопросы, вы будете плавать, то у моряка, соответственно, вызовет подозрение, что вы даже не ориентируетесь, что вы предлагаете. Ну, логично. Ну, подведя черту вот по Крюингам, то есть открыть Крюинг достаточно легко, самая сложная проблема – это найти, кто вам будет давать работу, ну, то есть кому, да, те рабочие места, которые вы планируете продавать. Это отдельный вопрос, как искать. Это, я так понимаю, очень обтекаемая, да, долгая тема. И вот отвечая Юрию о том, что как сложно, можно ли работать, да, а нет, могу ли я сам открыть свою крюинговую компанию. Да, можете, но, опять же, сложности будут с поиском работодателя. Ну и также можно работать, минуя крюинги. Это непосредственно для самих моряков, кто ищет работу. Так, вот пишет нам еще Наталья. Утеряна послужная книга моряка. Причем книга. Это толстая у нее. Книга моряка. Долго ли ее восстанавливать? Ну, правда, называется, не... по факту. Ну, послужная книжка. Прям книга, да. Ну, там, это привычно звучит книжка. Ну, правда, не указала, куда она пишет. Ну, скорее всего, Украина, поскольку это послужная книжка. Ну, в России она называется по-другому. Да. Ну, вот как сложно ее восстановить? Восстанавливается ли, наверное, запись? Восстанавливать ее не нужно. Это не паспорт моряка. Как бы вы можете и две послужные книжки иметь на руках. Нужно просто обратиться в инспекцию по дипломированию моряков, написать заявление, платить госпошлину, подать необходимый пакет документов. И в течение, скорее всего, недели вам выдадут новую послужную книжку. А нужно ли восстанавливать старые записи? Ну, если старые записи вы вряд ли восстановите, потому что только если у вас остались там копии где-то, да, на компьютере, либо ксероксы, по-другому вы не восстановите записи. Ну, потому что практически... если вы получите новую книжку и поставить туда печати судов, даже это, ну, физически невозможно. Если вы, конечно, работали там 5 раз на одном судне, вы могли бы поставить, но они же будут поставлены задним числом в книжку, полученную сегодня. Это тоже будет нелегитимно. То есть, грубо говоря, документ получен сегодня, а стаж 5 лет назад. То есть такого не может быть, в принципе. Поэтому восстановить вы ничего не восстановите. Единственное, там, поискать копии где-то или скан копии на компьютере.
все. То есть, имея сейчас на руках послужную книжку, то лучше всего сделать ее, то есть каждую запись сканировать. Да, лучше все свои документы морские, рабочие, которые у вас есть на руках, хорошо, отсканировать и иметь всегда с собой на флешке, там, при походе в Крюинг, либо под рукой на компьютере, чтобы при первой необходимости отправить в Крюинг по требованию для проверки. То есть скринингу достаточно копии, которую он может обзвонить? Там, ну, изначально да, чтобы вообще, в принципе, посмотреть, подходят ли документы под требования конкретной вакансии, да. Mm-hmm. А в дальнейшем, конечно, при визите в офис вас могут попросить предоставить оригиналы, чтобы сверить, например, печати, чтобы это не было нарисовано в фотошопе где-то и так далее. Вот как раз-таки следующий вопрос примерно в эту тему. Ну, он такой длинный. Про фотошоп? Я не знаю, как это фотошоп. Нет, тут немножко другое. Добрый день, не подписался товарищ. Подскажите, пожалуйста, как компании проверяют опыт в должности? Я хочу прописаться старпомом, все документы позволяют. На данный момент работаю вторым помощником. Хочу уйти в другую компанию, но перед уходом хочу прописаться старшим помощником. Будет ли другая компания звонить в мою нынешнюю и спрашивать, работал ли я в такой должности старшим помощником? Вот как завернул, да? Да, ну вот. Так, то есть я правильно понимаю, человек просто хочет нарисовать себе опыт для того, чтобы повыситься в должность. Да, то есть, ну, сделать себе какой-то вот такой верхний стаж. Как происходит в нормальных компаниях, серьезных, проверка стажа, да. Первое, это сверяют ваши оригиналы. Паспорт моряка, послужную книжку, справку о плавании, референсы всевозможные. Дальше, отметки о пересечении границы, то есть идет контракт написан, смотришь эти даты, смотришь пересечение границ, были ли по факту. Если не было, уже наводит на подозрение, что чего-то не было в этом рейсе. Да? Uh-huh. Ну и в дальнейшем просто человеку можно задать ряд вопросов, если он на них не ответит. Там, где работало судно, в каких районах, какой был экипаж, что за компания. Ну, то есть такие наводящие вопросы, на которых он просто может не ответить. Были ли краны, какой тип двигателя там, у механиков. Там, если он плавает и не может ответить даже в нарисованном самом опыте, то это в принципе несложно проверить. У меня были такие случаи, когда старпом там пытался там свой фейковый опыт впарить, скажем так, несколько вопросов, какие были там, типы насосов, там, одно, второе, не помню. То есть, ну, явно, признавайтесь, вы были там, ну как вы, старпом, и не помните, вы же судно грузили. Ну, не было. Ну, то есть, опытный менеджер сможет проверить, фейковый у вас стаж или нет. И основное, как проверяется, это прозванивается напрямую к судовладельцу. Потому что если человеку нарисовали какой-то опыт, то судовладелец явно не знает об этом. Ну, охотно ли судовладельцы делятся? Не все, некоторые не делятся. Поэтому не факт. Проскакивают такие кандидаты, которых фейковый стаж и реально менеджеры не проверяют. Есть просто клиенты, которые, ну, так халатно относятся. Ну, я сказал бы, даже нелояльно, да. Их судовладельцы не особо вот этим заморачиваются, да. Mm-hmm. И судовладельцы сами не прозванивают, не пробивают, верят клиенту на стороне. Ну, а Крюинг там в силу каких-то причин, либо ему так выгодно, либо просто не заморачивается, вот видит. Проверили так поверхностно и отправили. Опять же, тут же человеческий фактор присутствует. Может быть, руководство Крюинга или компании настаивает на проверке, а какой-то менеджер, новичок, или просто там плохое настроение, не захотел звонить, поставил галочку, звонил и отправили. То есть, а по факту потом проблемы могут и у Крюинга возникнуть, его обвинят в том, что он моряка с поддельным опытом прислал. То есть компания, судовладелец сами могут менеджеры взять, прозвонить напрямую в компанию заграничную судовладельца и узнать отзыв на моряка. Если его там нет в базе, ну, соответственно, они поставят пометочку и вас не возьмут. Вот, по поводу пометочки. То есть, что, чем чревато моряку, скажем так, выявление фейковой записи вот такой? Ну, просто в этом Крюинге к нему соответствующим образом будут относиться, просто что человек уже заведомо с поддельным опытом к ним обратился, пытался их обмануть и таким образом получить должность. Просто с ним могут не работать, в базе данных у себя пометить. Чтобы... Исключительно в своей базе. Вот тоже вопрос, я извиняюсь. Перебью. По поводу хотелось бы вот чуть-чуть бы вспомнить о черных списках. Угу. То есть вот в такие черные списки попадают товарищи с фейковым опытом? То есть это причина для попасть? От отношений, как вы отношения, если вы там поругаетесь, либо там конкретно руководитель этой компании, либо менеджер к этому очень критично относится, вас могут просто разослать по адресам всех кривых агентств, так, между собойчик такой. То есть нету такого единого списка, который бы правильно... Ну, по сути, единый список и по законодательству невозможен, потому что моряк, трудоустраиваясь в Крюинге, подписывает обычно там
О неразглашении личных данных. Да, договор о неразглашении личных данных. Поэтому, отправив данные моряка третьим лицам, это уже является нарушением. Поэтому... Никто не захочет на себя это брать. То есть, если и существуют эти списки, они существуют неофициально, кулуарно, между собой. Между собой. Да, там, если моряк очень сильно как-то обидел крюинг, то они между собой разослали, что имейте в виду, вот такой-то такой человек так себя повел. Но так, чтобы какой-то был сайт и... Чтобы вот, повально все компании узнали о том, что ты там не лучший игрок на этом рынке. Такого нет. То есть, фактически, фейковый стаж вашей послужной книжки, то есть, да, в вашем опыте... И в паспорте моряка, да. Это дополнительный риск, что вас, о вас узнают, ну, негативный, да. И о том, что вы потеряете просто лицо вот в этом каком-то конкретном агентстве, где у вас... Да, возможность трудоустройства. То есть тут уже каждый на свой страх и риск должен определить, вписывать себе искусственный стаж, да, или не вписывать. Так, еще у нас есть вопрос. Здравствуйте, помогите в одном вопросе, пишет нам Роман. Я заключил контракт 29.09, должен улетать в рейс, но пока еще дома. Прислали письмо, что рейс задерживается, что улетаю с 7.11, то есть практически на полтора месяца. Контракт надо просить переделывать или не стоит? Или не стоит, так как в контракте пишется, что контракт начинается по приходу на судно. Заранее спасибо. То есть он спрашивает о том, что вот подписал, а теперь задерживается, и нужно ли ему переподписывать этот контракт? Сам контракт можно не переподписывать, если там есть такая сноска, что контракт начинается с момента вылета с аэропорта. Да? Попадание на пароход. Да, либо попадание на пароход. Да. Но придется, скорее всего, перепрописывать паспорт моряка с новыми датами, да, для вылета. Не всегда это обязательно, но если он был прописан с этими датами, то нужно будет, скорее всего, запись поменять. Ну и все документы новые, соответственно, в крюинг, когда придут, карта полета, да, гарантийное письмо, окей-то борт, крюлист. То есть все эти документы заново получить в крюинге именно на ту дату, на которую уже запланировано. Но опять же, рейсы могут передвигаться не один раз. Пароход может судно там, да, не зашло в порт, либо какие-то там в порту в этом невозможно поменять экипаж, либо там еще какие-то, либо визу сложно открывать в этом порту. То есть это нормальная практика. Многие моряки не понимают этого, думают, их там кидают. Но опять же, если вы заплатили какие-то деньги, и вас вот так вот динамит долгое время, то, соответственно, у моряка подозрение возникает, что меня вот там не отправляют, хотят с меня денег взять. Не отправив рейс, конечно, моряков можно понять страх остаться без денег, да, и еще и работу не получить. Но, опять же, стоит понимать, что судно это не трамвай, да, не на каждой остановке можно сойти и выйти. Так что... То есть, в принципе, в практике такое случается часто, да, да, и просто, пугаться этого сразу не стоит. Чтобы проанализировать, спрашивать информацию, да, где судно, почему там невозможна посадка. Вам отвечают, там судно в таком-то порту, там невозможно. Заходите там опять же на Marine Traffic, смотрите, действительно ли там судно. Ну, действительно ли, говорят, то, что есть. То есть двигается ли хотя бы оно в том направлении? Да, да. Тоже соответствуют ли реальные факты тому, что вам говорят. Заходите там, правила там какие-то там, иммиграционные этой страны, там смотрите, действительно там может, нельзя ли смена там на рейде там или еще какая-то. Ну, опять же, на форумах можно что-то спросить. Обычно... То есть у моряка, помимо того, что потратить надо кучу сил найти эту вакансию, ему еще надо потратить кучу внимания и сил для того, чтобы сохранить возможность уйти в рейс. То есть перепроверить столько всяких игроков, столько всего надо знать, моряков... помимо своей профессии. Да, такая профессия, всегда нужно находиться в тонусе. Хорошо, конечно, не кислом тонусе, я скажу, находиться. Конечно, хорошо, когда вы работаете в одной компании постоянно, да, то есть вам уже не нужно заморачиваться. Вы в обойме, да, у вас постоянный ротейшн там. 4/4, к примеру, работаете, там такой график, да, то есть уже это уже сводится просто к обычным вещам, то есть вас позвонили, там, Антон, вы готовы там тогда-то, там, такого-то числа, да, готов, все, там, такого-то числа, зайдите Носки к нам, собрал, контракт заберете, там, посадочные документы, пропишем паспорт и на вылет, да, да, все. Это первично, когда вы в каждую новую компанию идете, соответственно, все это нужно проверять. Ну, сейчас такая вот обстановка вообще, что приходится часто менять компании людям. Это компания. Часто не от обстановки зависит, от желания моряка получать больше. Да. Ага. Кто-то ищет лучшие условия труда, больший оклад, там, либо что-то не устраивает район плавания, продолжительность контракта. Но выпадание из обоим уже влечет за собой определенные сложности при возврате, например, в эту обоим.
Все зависит от того, как человек разошелся, на какой ноте. Да? Если вы нормально, не портите отношения, ушли, объяснив нормально, то, скорее всего, если вы востребованный специалист, вас возьмут, потому что... Дефицит хороших специалистов всегда. Дефицит, да, всегда есть, и каждый клиент борется за хороших кандидатов. Особенно, как я говорил всегда, топ-4, да, вот, высший комсостав. То есть, ну, вас будут выдирать с руками и ногами, если вы хороший специалист, соответственно, чем деньгами, продолжительностью контракта. Для новой компании, как, например, моряку быть, доказать о том, что он хороший специалист? На что смотрит компания? Опыт? Первым делом, наверное, это все-таки опыт, да? То есть, где, в каких должностях он работал? Ну, если это новый сотрудник какой-то для компании. Ну, компания обычно смотрит под конкретные требования. Конкретные требования. Работа на данном типе судна, работа у механиков на данном типе двигателя. Наличие каких-то виз, подвлажных документов. Ну и, соответственно, стабильный опыт, чтобы человек работал в одной компании и не прыгал. Там, то есть это важно? Это важно, и это легче просто проверить. В одну компанию звонишь, менеджер меньше работы, ну, и ты понимаешь, что специалист нормальный, стабильный, он не будет прыгать взад-вперед. Там. То есть сегодня ты потратил силы, чтобы его взять, найти, да, и завтра тебе нужно будет потратить силы, чтобы найти. А потом он просто попадает в ротейшн, да, и это уже намного меньшая работа для менеджера. Не нужно ничего заново заполнять, вносить, потом просто меняется там тип судна, судно конкретно, на которое он летит. И там в электронной базе данных, если нормальный, да, документооборот, просто меняется судно, даты, и автоматом все эти документы распечатываются. То есть фактически крю-менеджеру задача как можно быстрее определить компетентность данного сотрудника. Ну, компетентность данного сотрудника определяет не только менеджер, а, к примеру, суперинтенданты компании. Ну, при интервью. Да, при интервью. То есть пообщались с человеком, проверили опыт и прозвонили по предыдущим местам работы. Но интервью же не всем назначают. В основном всем. Да? Ну, кто заявляется, нет. Интервью назначается тем, кто кому предлагается конкретная вакансия. Ну вот, чтобы предложили хотя бы, вот, ну, дойти до интервью, это уже определенная победа. Ну, то есть, это уже какой-то пройденный этап. Многие моряки, будучи получив предложение, радуются, приходят на интервью, а его не сдают. Ну, это уже понятно. Ну, придя на интервью, то есть, это уже какой-то шаг о том, что ты перешел из разряда... Это какой-то шанс, что вы от этой компании уйдете. Если пройдете интервью, ваша кандидатура, там, знания, опыт устроят, подойдут под требования работодателя. Ну, если пригласили, я так понимаю, на интервью, значит, ты уже как бы вроде бы подходишь под все параметры, но есть какие-то «но», которые нужно у тебя уточнить. И тут ты уже либо, да, удовлетворяешь, либо нет. В момент, вот, когда менеджер получает, например, заявку, что он необходим, ну, скажем, второй помощник, вот, скажем, на определенный класс судна с знанием языка, то есть у него же какой-то определенный перечень данных кандидату есть, и он начинает по базе подбирать себе, скажем так, штатную единицу. Вот когда он смотрит, открывает CV анкеты, на что он все-таки в первую очередь смотрит? Вот чтобы выиграть... Менеджер в первую очередь смотрит на первичные вводные данные от судовладельца. Приходит вакансия, там требуется, к примеру, капитан на танкер, дедвей там такого-то дедвейта, с USA-визой, там, с биометрическим паспортом, панамскими документами, к примеру, с опытом работы минимум там 3 контракта в должности на данном типе судна. Вот это является первичное, на что смотрит, чтобы изначально первичные данные совпали с заявкой. А дальше уже все остальное идет. Проверяется его стаж, были ли полные контракты отработаны, а не списан человек там по каким-то там причинам личным. То есть вот это основное, на что смотрит человек. Часто люди попадают на хорошую вакансию только по первичным данным. К примеру, есть USA-виза и Шенген-виза. А человека срочно нужно поменять. Срочная вакансия. Вот, есть срочная. И уже многие закрывают глаза на какой-то там недочеты в стаже, нехватки опыта. Там, алкоголизм, наркомания. Да. Такое бывает, да. Главное, чтобы был. То есть на переходе пускай алкашно будет. Потому что в основном-то крюинги-то все находятся в конкурентной среде. Да? Многие судовладельцы работают со многими крюингами. Одну и ту же вакансию отправляют в 3-5, в 10 крюингов, и тут уже кто быстрее. Соответственно, вы можете уйти на одно и то же место от разных компаний. И при этом, как бы, в принципе, с разными условиями проверки, с разными условиями там каких-то там взаиморасчетов или чего-то еще. То есть все равно какая-то статики такой нет, всегда все вот находится в шатком состоянии. То есть никогда с уверенностью нельзя сказать о том, что
ты вот, если попал даже на интервью, то что... Конечно нет, вы на интервью можете быть просто не пройти. Вот, и иногда может быть видишь, что человек компетентный, но он либо из английского мандражирует, либо просто переживает, там, мнительный человек какой-то, и просто не сдает. Прошу прощения, земно. Вот пишут вам Александр лично, Антон Фапчак. Александр, прошу прощения за назойливость, видимо, он пишет вам не первый раз, а документы сварщика для моря – это отдельные курсы, имеющиеся обычный диплом, не подойдет? Учебный диплом не подойдет, береговой. Для того, чтобы получить судового сварщика, необходим учебный диплом береговой, потом 12 месяцев стажа на берегу и пройти курсы судового сварщика и в инспекции по дипломированию пройти экзамены и в порту, в дипломно-паспортном получить рабочий документ. Это морские? Да, в Украине. В России там все то же самое, только без инспекции. Сразу в порту он экзамены сдает и получает рабочие документы. А может Шипс ли он Веллер, да, или Шипс-Фитер. С морскими документами может работать и на берегу, и на... Ну, на берегу я не знаю, я как бы не знаю требований компании, которые на берегу трудоустраивают. Наверняка на берегу, да, в каком-то судоремонте ему достаточно будет просто берегового учебного сварщика, да, учебного. Там может быть какие-то регистровые еще, если регистровые работы какие-то нужно выполнять там. Ну, стоимость обучения, наверное, пока озвучивать сложно, потому что... Ну, стоимость обучения человек может просто позвонить в первую очередь в тренажерный центр, сколько стоят сами курсы, да, сертификаты STCW, да, необходимые для сварщика, там их немного, около трех, да, БЖС, спас-средства и там, Designated Security Duties. И в порту, и в инспекции узнать стоимость экзаменов и получения рабочих документов госпошлины. То есть из этого, собственно, человек... Медкомиссия еще и желтая лихорадка. Из этого человек может составить стоимость всего пакета документов. Вот тут еще можно дополнить, наверное, как у нас был первый вопрос, о смежной специальности. То есть, например, можно иметь матрос, сварщик, да? Это же совмещается. Ну, вопрос в чем? Иметь можно, да, никто не запрещает. Ну, то есть это предоставит более, скажем так, выигрышную позицию среди других, например, конкурирующих должностей. Ну, в плане трудоустройства, да, возможно, это увеличит ваши шансы попасть в рейс. Ну, потому что зачастую часто компании обращаются именно с заявками на смежные специальности. В том числе вот матрос-повар. Да, человек может даже не работать там матросом, он повар, но по документам он должен числиться, что у них в штате есть и матрос. Иногда там моторист, сварщик, который, в принципе, будет выполнять и работу моториста, и сварщика. Моторист-матрос, да. Потому что часто в сокращенных экипажах именно такие должности и требуются. Поэтому, если вы не учитесь там, на судоводителя, на механика, не собираетесь там, на командные должности, да, переходить, то, скорее всего, было бы неплохо иметь второй какой-то диплом. Если вы планируете продолжать рядовым составом работать, да, в составе палубной либо машинной команды, то, конечно, если вы матрос, можно дополнение сварщика получить документы. Но при этом, например, дополнительные сертификаты, они не должны быть, например, отдельно для сварщика? Нет, сами сертификаты STCW, они одни и те же для обоих пакетов документов. Отдельно только учебные дипломы идет, и рабочие документы, полученные в порту, квалификационные свидетельства. Ну, а все остальное на лицо. То есть это не на специальность, а на лицо. То есть человек может себя включать несколько специальностей, да, и при этом дополнительный сертификат достаточно один, поскольку сертификат описывается на лицо, то есть на один специальность, правильно? То есть он, например, там моторист-электрик, ему не нужны отдельные сертификаты для моториста, отдельно для электрического. Ну, для отдельно нужны дипломы, ну, рабочие, то есть квалификационные свидетельства, отдельные мотористы, отдельные сварщики. Ну, уже не надо. Нет, ему нужны сертификаты отдельные. Одни. Медкомиссия одна, желтая лихорадка, паспорта, все одно. Все одно. Дублируются только рабочие документы. Так, вот тут есть еще вопрос, как раз очень похожий. Вопрос от Александра Журавлева. Вопрос, значит, для занятия позиции с совмещением специальности типа моторист, электрик, как раз матрос, моторист, необходимо иметь сертификаты. Только что мы ответили на каждую специальность, не нужно, достаточно одного. И в продолжение вопроса, планирую офицерскую, учусь. Еще хочу спросить, если, например, отработать мотористом-электриком, матрос или матрос-моторист,
такой, с такой записью в книжке и справке. Для получения диплома и рабочего диплома механика необходимо ценз только моториста или запись моториста-электрик зачтут? Вопрос очень долгий. Могут ли, скажем так, ему потом в дальнейшем, если он хочет пойти, например, на повышение, был он, например, хочет стать механиком, но при этом у него был ценз моторист-электрик, зачтут ли ему моторист-электрика как моториста? При просчете и подтверждении стажа ему будут этот стаж делить пополам. То есть 6 месяцев стажа в должности моториста, к примеру, электрика, 3 месяца идет на моториста, Три месяца на электрика. То есть вот так вот будет рассчитывать капитализм. Это очень интересно. То есть, грубо говоря, если он, у него двойная должность, да, то... То есть, если он хочет дипломироваться потом на механика, ему нужно стать мотористом. То есть вот моторист... Исключительным, чистым. Да. Ну, либо моторист-практикант, либо кадет там в составе машинной компании. Ну, и разделяя еще какую-то на себя дополнительную должность. Да, дополнительную должность будет делить пополам. Так, еще есть вопрос. То есть, если у человека общий стаж в должности моториста электрика 12 месяцев, то ему на моториста 6 зачтут, на электрика 6. Ну, разделит его, соответственно, сколько он разделил на две должности. Так, есть еще один у нас вопрос, наверное, в завершении последний, от Евгения Великого. Товарищ, здравствуйте, пересмотрел все ваши видео на Ютубе. Вам адресуется, очень полезным делом занимаетесь. Спасибо. Хотел бы узнать про профессию повар-кок. А именно, какие шансы спрос на кока уйти в рейс с нуля? И на какую зарплату можно рассчитывать, уйдя в первый рейс? На какую должность, английский язык зная по профессии? Огромное спасибо. Ну, я думаю, изначально, возможно, придется начать мессменом, мессбоем. Официалом, стюартом. Зарплата по данной должности начинается, наверное, где-то от 500, самое низшее, что я встречал, долларов, там, и доходя до 1000, там, 1200, в зависимости от типа флота. Возможно, возьму сразу ассистентом повара, сразу повар, могут и сразу повара взять. Все зависит от нехватки кадров, да. Если у человека есть хороший английский, все документы адекватные, И умеет готовить, да. Поэтому, возможно, повезет и уйдет сразу в первый рейс на зарплату там, 1500-2000 долларов. Такое тоже бывает. А вот здесь также у кока, как и у сварщика, должны быть рабочие документы кока или жизни. Ну, естественно, шипс-кук. То есть он должен сдать также посуду. Повар, да, также отучиться на эти курсы, сертификаты получить. Сдать экзамены в инспекции, потом получить рабочее свидетельство. То есть помимо того, что он умеет готовить, он еще должен быть полноценной штатной единицей в Москве. Ну, он должен быть, да. Уметь бороться за безопасность жизнедеятельности судна, ну и все, соответственно, выполнять все прочее. Понимать вообще, где он и что он должен делать. Помимо того, что он честный. Любой член экипажа имеет эти сертификаты и обязан знать, как бороться за судно. Если он отвратительно готовит, его могут списать? Могут, конечно. Любого человека могут списать, если он отвратительно выполняет свои обязательства. Даже капитан? Даже капитан, если он отвратительно выполняет свои обязательства, бухает и не сдает. Кто должен стать капитана? Так будет понятно. Если капитан должным образом выполнял свои какие-то обязанности, то эти проблемы повлекут за собой какие-то простые в порту, детеншены, там судно могут арестовать по какому-то вопросу. Вот у меня, кстати, и компания, соответственно, поменяет капитана. То есть, ну, это должна быть третья сторона какая-то, грубо говоря, пожаловаться. Ну, либо экипаж там забастовку какую-то устроит, либо... То есть, экипаж есть напишет, инструмент, дайте вызовет, да, что там нарушения какие-то прав. А как вот у нас были, я читал, к сожалению, не попали в этот выпуск, вопросы о том, что как поступать... рядовому составу, когда я не могу достигнуть понимания со своими офицерами, в частности, с капитаном. То есть, если у них какие-то инструменты, если действительно по-настоящему очень нравится их право. То есть, ну, для этого есть, скажем так, профсоюзы, да, в которые они могут пожаловаться. Но, как показывает практика, после обращения в профсоюз, эта информация с профсоюза расходится куда-то, и потом человеку очень сложно
трудоустройстве. То есть он становится как ядерный. Да, да, и который никто не хочет уже брать. Не всегда, это не панацея, как бы за свои права нужно бороться, и люди, я знаю, отстаивают свои права, да, путем обращения, либо в компанию. Ну, изначально я считаю, что если вы разрушаетесь через Крюинг, то нужно просто написать этот вопрос в Крюинг, посмотреть, что вам ответит. Если вы там не нашли ответа, написать в компанию, если судологическую, если вы, конечно, там, владеете английским в полной мере. Написать в компанию. Если там проигнорировали, то в принципе вы сделали все возможное, вы обращались, вас проигнорировали, тогда уже можете обращаться уже в другие инстанции. Да. Или в частную компанию, которая бы за вас, например, готовила для обращения в компанию, да, либо. Ну, либо так, да, юристам каким-то. Ну, обычно юристы такими вопросами какими-то мелкими не занимаются. И они не занимаются конкретными. Не выплата зарплаты, там, травматизм, какие-то такие. Ну, по большому счету, то есть нужно идти сначала малокровием, да, для того, чтобы войти. Пытаться сохранить со всеми отношения. То есть, грубо говоря, компания и Крюинг, по сути, это не виновата, что вам попался такой капитан, либо там старпом, либо стармех, ваш начальник, да, поэтому. Но при этом же это не позволяет ему там издеваться на цели. Да, иногда бывает, что там это знакомый хороший там Крюинг, там кого-то из них, то есть брат, сват, кум, и тогда вообще сложно бороться и. Иногда людей списывают, и они ничего не могут доказать. Ну, следующий рейс не берут. Советы универсальные есть для ребят попавших? Советы универсальные, нормально, квалифицированно выполнять свою работу. Не обращать внимания. Да, и меньше какой-то агрессии. Ну, не быть конфликтным человеком и все вопросы решать как-то по-любому, нормальным, мирным путем. Потому что часто бывает, что молодежь, которая... Там кадеты приходят на судно, там или матросы, то есть амбициозные ребята и начинают какие-то отношения выяснять, там, да, какие-то условия диктовать, про которые я говорил, да, начинают там капитану рассказывать или там старпом, а зачем это красить так, а не так, то есть, нет понимания субординации. Нет понимания субординации, да, если человек говорит, он старпом, он уже старпом, он на своем месте, то есть его обязанности раздавать указания, и он будет отвечать, если что-то неправильно будет сделано. А доказывать ему, что это неправильно, не нужно доказать, можно просто сказать, то есть посоветовать, потому что любой комсостав – это такой же обычный человек, который может что-то не досмотреть, не увидеть, ошибиться, да, там, в силу какой-то загруженности, либо некомпетентности. Это его ответственность. Если что-то неправильно пойдет, его с него за это спросят. Да? Поэтому не нужно говорить, что ты там тупой, ты там неквалифицированный. Просто сказать, вот так-то и так-то, если вы красиво, грамотно все это с душой по-человечески скажете, что вот в этом месте какая-то там неполадка, которую по-другому можно было бы сделать, то вам человек наоборот поблагодарит, потому что он может быть не посмотрел. Для этого-то и нужно. То есть нужно правильно выстраивать отношения. То есть, к примеру, старпому со своими подчиненными матросами, да, потому что это его как бы помощники, да, и матросам со старпомом. То есть это единая команда, вообще это один организм, который работает в единой команде, а не каждый сам за себя. Тогда все будет нормально и все будут довольны. Все помогать будут друг другу. Матросы помогают старпому делать его работу, чтобы все было нормально, а старпом будет помогать матросам с тем, чтобы, к примеру, обучать их, они росли по карьере, да, там, продвигать куда-то, давать характеристики, чтобы человек дальше пошел судоводителем. То есть чисто... Все взаимовыгодно должно быть. Да. И когда идешь в рейс, ты должен понимать все-таки, что ты идешь не на работу, с которой ты в 6 часов домой вернешься, да, ты идешь на длительный срок, и ты будешь находиться с этими людьми в ограниченном пространстве. Естественно, здесь бывают форс-мажоры, когда какие-то, например, там, да, ситуации случаются, когда нужно сверхурочно работать, да, там, судно подготовить к какой-то проверке, либо там какая-то там экстренная ситуация, которая требует дополнительного времени. То есть нормально к этому относиться, там, говорят, это судно. Опасность, да. Да, прежде всего это опасность. Поэтому, а многие начинают, да я не знаю, а что я должен больше работать, а что это я, а что не я, там, я мало отдыхал. Там. Ну, как раз разного рода. Благодаря таким товарищам мы потеряли рынок. В том числе. Ну, будем стараться все-таки, чтобы наши товарищи более серьезно относились к этому моменту. Уважайте все-таки ранжир, да, в должностях, и знаете свою специальность хорошо. И не надо советовать то, чего не знаете.
Вот последний все-таки хотелось бы вопрос задать, озвучить. Дмитрий пишет из Севастополя. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, кем перспективнее востребование, кому легче найти работу? Начинающему матросу или мотористу? Ну, мы уже ответили на этот вопрос в самом начале. Хочу закончить курсы в Севастополе. Расскажите, пожалуйста, имеет ли вообще смысл начинать в 25 лет? Или уже поздно? Свою карьеру в Москве. Никогда не поздно. Вот, пожелал нам всем добра. Никогда не поздно начинать карьеру. Все зависит от желания. Если человек задает такой вопрос, значит, он не готов просто. Если человек реально хочет связаться с своим морем и знает, чего он хочет, то он будет задавать таких вопросов. Он будет задавать вопрос, как это сделать, а не стоит ли. То есть не искать причину, да? Да, не искать причину. Конечно, скорее всего, обычно такие люди, получив документы, потыкаясь, помыкаясь месяц-два-три, бросают все, пишут документы, что работы нет, все плохо, работа нереально. Если человек желание, он спрашивает, как это сделать. Я так считаю. Наверное, да. Все-таки я разделил бы с вами это мнение. Потому что никогда не поздно начинать. Люди в 30 лет на моей практике начинали, и в 35, и в 40 начинают. И удачно, работу. Перспективно, кстати. Иногда и быстрый рост. Да, потому что все зависит от человека, от ситуации, от желания. А как бы везение приходит к тем, кто много для этого прикладывает усилия. Да, тут трудится. Ну что ж, давайте, наверное, на этой мистической, трудовой ноте. Закончим наше интервью. Пожелаем от моего лица, наверное, от нас всех, от нашей организации. Желание всем трудиться, трудиться с удовольствием и с результатом, да, денежным и, скажем так, продуктивным выражением. Спасибо вам большое за интервью. Очень приятно. Всем спасибо. До встречи в следующих видео. Счастливо. Пока-пока.